Привет! Я Денис Обнаков, и я передаю вам привет с Байкала. Я много лет принимаю гостей из разных регионов и стран, и я точно могу сказать, тренды в туризме на Байкале меняются каждые несколько лет. Давайте же узнаем, что актуально сейчас. Лидирующим трендом последних нескольких лет стал, конечно же, уникальный лед Байкала. Атмосферный, захватывающий дух и в каком-то смысле фантастические фотографии облетели весь мир. Туристы со всех уголков планеты поместили зимний Байкал в свои списки путешествий. Все больше популярность набирают поездки на хибусах, катерах на воздушной подушке. Они безопасно добираются до самых удаленных точек Байкала. Все чаще наши гости выбирают активный отдых в уникальных условиях. Велосипеды и коньки, байдарки и сабборды, поездки на внедорожниках и собачьих упряжках. Конечно же, не стоит упускать из вида традиционные круизы на кораблях, начиная от экспедиции за уходящим льдом, где сибирская природа просыпается, до летних водных прогулок. Итак, сейчас тренд Байкала – это стремление гостей к неизведанным местам, чему-то новому и уникальному. Ну а наша задача – сделать это безопасно и комфортно.